Appreciate it. Очень рада тебя видеть. Ну так что там с этим контрабандистом? Ты его прогнал? Я прогнал контрабандиста. Вот доказательство. Неплохо. Но не слишком-то пока надейся. Тебе еще осталось пройти одно испытание. В чем оно заключается? Ты должен доказать, что сможешь обеспечивать Айви. Поэтому я хочу, чтобы ты убил трех больших и сильных оленей. И принес мне их рога в качестве подтверждения содеянного. У меня лука нет. Не одолжишь мне? Нет. У тебя же в конце концов есть ноги и мачете. В мое время мы убивали кабанов голыми руками. Ну, тогда и я справлюсь. Вот и посмотрим. Я сказал Айви открыть тебе ворота в оленью чащу, когда ты закончишь разбираться с контрабандистом. Отправляйся к ней. Доброго дня, пастух! Тебе удалось узнать что-нибудь о Кнуте? Да, ты был прав. Кнут и в самом деле просил руки Айви. Но он не смог достать кинжал Мелгана. Несколько кротокрысов убежали вглубь склепа, поэтому он не осмелился подобраться к могиле Мелгана. Спасибо, Хальвин. Всегда пожалуйста. Как продвигаются твои планы с женитьбой, сынок? Ты уже получил от Громара благословение? Я прогнал контрабандиста с острова. Не думала, что ты справишься. Я сильный, а ты научила меня быть храбрым. Ты же всегда боялся воды. Я не боялся, мама. Просто море для меня слишком мокрое. Я предпочитаю сушу. Здесь мы должны быть в безопасности. Да, точно. Да, точно.
И что? Диего отдал тебе мачете? Да, я уже показала его твоему отцу. А чего захотел от тебя Диего? Он хотел, чтобы я убил несколько гоблинов. И я это сделал. Ты сражался с гоблинами? Ты не шутишь? Да. А теперь мне нужно убить нескольких оленей. И как ты собираешься это сделать? Загоняю их до смерти, пока они не свалятся обессиленные. Хотела бы я на это посмотреть. Ты же охотница, верно? Не одолжишь мне свой лук? Мне нельзя давать его тебе, это против правил. Но я случайно забыла его в охотничьей башне. Можешь взять его там. Спасибо, Айви. Подожди, я открою тебе ворота. Удачной тебе охоты на оленей. Если кончатся стрелы, загляни ко мне. Я подкину тебе еще.
Скажи, ты в самом деле прогнал того контрабандиста, который расположился рядом с водопадом? Я думал, вы сдружились. Я никуда не прогонял Диего. А откуда ты достал мачете, который ты показывал Громару? Мне его Диего сам и дал. Я убил несколько гоблинов, которые досаждали ему. Но не говори никому. Зачем кому-то еще знать об этом? Никому ни слова. Могила. Все хорошо. Тебе удалось прогнать контрабандиста, пастух? Да, я его прогнал. Пастух? А почему Громар говорит о каком-то старом зазубренном мачете? Ведь у контрабандиста была сабля. Ты же ведь не сдашь меня, Громар, правда? Не волнуйся, пастух. Арукра. У Арука есть свои дела с контрабандистом здесь, в деревне. Без контрабандиста дела у Арука не пойдут. Арука лучше, когда контрабандист рядом. И спасибо пастуху за его доброе дело. Нет. Как продвигаются твои планы с женитьбой, сынок? Ты уже получил от Громара благословение. Ну что, тебе удалось убить хоть одного оленя? Вот рога, они достаточно хороши? Да, достаточно. Так я получаю твое благословение? Да, я дам тебе его. Вот, прими эту реликвию в знак моего согласия. А что это за реликвия? Много лет назад ее купил в Аргаане мой дед. Он сказал, что там таких еще много. И тот, кто сумеет найти их все, стяжает себе славу и богатство. Когда дед рассказывал об этом, он всегда улыбался до ушей. Вот как? Ну, просто никому никогда не собрать воедино все реликвии Аргаана. Тем более, что теперь одна из них находится здесь, в Фишире. Да, но тебе придется сделать еще одну вещь. Еще одно испытание? Это не испытание, сынок. Тебе понадобится обручальный браслет для Айви. Ну, и ее согласие, разумеется. Браслет? Думаю, об этом стоит поговорить с Хальвином. Может быть, он сможет мне помочь. Сделай это, сынок.
Так что, Громар наконец дал тебе свое согласие? Да, вот буквально только что. Что ж, поздравляю. Теперь все, что мне нужно, обручальный браслет для Айви, но... Увы, такие вещи мне просто не по карману. А ты поговори с Аруком. Он пару дней назад нашел несколько кусков янтаря на берегу. Попроси у него немного, и я сделаю для тебя браслет. Правда? Ты серьезно? Естественно. Мы же друзья. Все в порядке? Пастух! Урук, я слышал, что ты нашел на берегу немного янтаря. Да, пастух. Прекрасного янтаря. А можешь мне его отдать? Навсегда. Ага. Он мне нужен, чтобы сделать обручальный браслет для Айви. Арук, слуга и торговец. И что? Торговец Арук хочет золота. У меня его нет. Слуга Арук хочет быть господином. Что ты имеешь в виду? Пастух будет слугой Арука. Тогда Арук отдаст пастуху янтарь просто так. Понятно. И что я должен для тебя сделать? Арук любит синие грибы-поганки. Они растут в пещере с дверью, в самой середине оленьей чащи. Арук всегда ходит собирать грибы сам, но теперь у Арука есть слуга. Слуга возьмет ключ и принесет 5 синих поганок, да? Давай ключ, я принесу тебе синих поганок. Беги, слуга, беги! Арук хочет есть! Очень рада тебя видеть. Вот раньше было лучше. Три оленя? Ну ничего себе. Даже как продвигаются твои планы с женитьбой, сынок? Ты уже... Громар дал мне свое благословение. Я горжусь тобой, сын мой. Теперь мне лишь нужно достать обручальный браслет для Айви и добиться ее согласия. Я не сомневаюсь, она согласится. Пойду поговорю с Оруком. Может быть, он даст мне немного полотна, и я смогу шить что-нибудь милое на свадьбу. Все хорошо.
где поганки? Вот твои синие поганки, я их нашел. Хороший слуга. Быстрый слуга. Как там насчет янтаря? Можешь взять его, пастух. Хальвин может сделать из него что-нибудь милое для юной леди. Все в порядке?